По уже давно сложившейся традиции, лето – время широкомасштабных акций от «Радио Экспресс». На счету ведущих 105,2 FM, вечеринки в самых известных ночных клубах, спортивные матчи. Разгар 2023 года не стал исключением. Сейчас диджеи активно готовятся к очередной встрече со слушателями. В этот раз она пройдет на свежем воздухе. 27 августа мы организовываем очень интересные, при этом нестандартные мероприятия. Команда радиоведущих – вместе с командой слушателей отправляются в одно из самых живописных мест нашего города. Там мы все вместе устраиваем сплав на байдарках. Такая водная прогулка. А на суше участников прогулки будет ждать угощение в чисто полевых туристических условиях. Кстати, об условиях, но теперь уже конкурсных, в сплав возьмут только тех, кто ежедневно находится на волне 105,2 FM. Определить самых активных поможет радиошоу. В рамках вечернего шоу «Друзья» по понедельникам, средам и пятницам мы отберем 10 радиослушателей, из которых и будет сформирована команда. Вечернее шоу «Друзья» на волне «Радио Экспресс» проходит с 17.00 до 20 часов. Как только вы услышите специальный звуковой сигнал, необходимо написать «Хочу с вами» в WhatsApp «Радио Экспресс» по номеру 8-927-385-1052. Авторы первых сообщений могут рассчитывать на место в байдарке рядом с ведущими.